В Беляевском районе у мужчины нашли почти 1 килограмм измельченного каннабиса, кусты конопли и коробку с сухими ветками. Местного наркоторговца задержали во время санкционированного обыска. 59-летний правонарушитель выращивал запрещенные растения на своем огороде. Как всегда происходит в таких случаях, наркодилер рассказал, что растил коноплю для собственного употребления. Изъято отправили на экспертизу, а мужчине грозит серьезный тюремный срок до 3 лет лишения свободы. За данным фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 310 та частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування все вилучене поліцейські направлені на експертне дослідження. За її результатами буде визначено подальший хід справ. Слідчі дії тривають.